счастливого пути. Нигде больше не видели его. Ну, как бы тревожная кнопка. Как-то вы предупреждены, вы знаете о том, что сейчас вот есть? Кнопка, да. Ну, а расскажите, пожалуйста, вот как вам сообщили об этом? Вас как-то предупредили, сказали что-то? Случайно зашли и сказали. Может быть, кто раньше узнал, тот и на ушах, а я, допустим, если недавно узнала. Никто ничего не говорил. Но какие ваши действия в случае мало ли, не дай бог, он сюда зайдет? Ну, что я его нажал. Все, а что еще? А вы когда узнали, вы своих родственников как-то предупредили? То есть вот как-то пошла информация, что... Я узнала только ночью, кого я предупреждала. Паники нету, но контроль. Ребенка дома закрыл на замок, все. Ну, собака отпущена у меня. Все под контролем, дом, двор, все. Там у меня и видеорегистрация стоит, ну как, видеонаблюдение. У меня дом полностью под наблюдением, так что мне... Это я не боюсь. Почему? Что вообще в городе сейчас происходит? Ну, облава, я думаю, ищут солдата, который убежал с оружием, с автоматом, получается, там. Ну, то, что огнестрелы были, там, убитых, там, офицеры, не знаю. Да-да-да, но вот какое настроение сейчас по городу среди? Вот вы уже пообщались с родственниками, то есть в городе есть паника? Да как бы, я не знаю, люди отдыхают, отдыхают сами по себе. В городе всем, в принципе, так и набывает. Как обычно было все. Стабильно. Ну, кафе закрыли, которые крайние кафе, все позакрывали уже. А, то есть чувствуются какие-то изменения, ну, да? Да? Как еще? Ну, как-то, в принципе, все так же своим чередом идет. Клиентов больше меньше? Ну, опасаются, все равно люди там стараются как бы такси вызывать побольше, чтобы пешком не ходить по улице из-за этого. То есть можно сказать, что народу на улицах в это время обычно больше, да? Ну да, сейчас уже поменьше, наверное. Ребят! Подскажите, пожалуйста, вот знаете, да, из-за чего вас остановили? Да. Знаете. А вот какие-то изменения сейчас в городе чувствуете из-за того, что... Очень много, ДПС много везде. Ну, а вот вы не боитесь сами, что люди говорят местные вообще? Паника в городе есть? Нет, все хорошо. Нету, по-моему. Нету. Здравствуйте. Девушки, а вы не боитесь по городу ездить, а? Нет. А вы знаете о том, что сейчас по городу... Ой, а можно выключить музыку? Вы знаете, сейчас по городу бегают вооруженные товарищи? Да, знаю. Мы бы прям отчаянные девушки. А расскажите, как узнали, какие меры предприняли? Я узнала, как, через интернет. Все, какие меры? Не останавливаюсь, видя людей незнакомых. Все. По знакомым как-то созвонились? Вообще в городе можно сказать, что паника у людей? Конечно, паника. Машин нету, людей тоже, блин. Все сидят по домам. А, то есть мы решили, что это обычная история, когда нет машин в это время, в пятницу? Нет, это не обычная история. Вот именно, что в пятницу ездят все и везде. Особенно ночью. Я как бы ночью, бывает, тоже выезжаю, поэтому я знаю. А сегодня нету вообще никого и нигде. Ну что ж вы не боитесь? Просто не боюсь и все. Ну и ваши действия, если вы увидите человека, который голосует на дороге одинокого? Ну, я остановлюсь, приоткрою окно и спрошу, кто он такой вообще и что он здесь делает. Но как бы садить его я явно не буду в машину, потому что не знаком. А что люди между собой еще говорят? Что люди говорят? Что опасно сейчас? Опасно, боятся все, конечно, что страшно, не дай бог. Вы, ну, не боитесь по улицам в это время ездить и... Нет. Чего бояться? Ну, у него 4 магазина патронов. Ну что? Ну... А какие-то меры предосторожности там детям позвонили, не позвонили, вот как-то? Ну, конечно. А какие? Позвонили детям, у нас как бы
брат в армии служит, поэтому в курсе всех событий. И детям сообщили, и близким сообщили. Вот так. А самому-то чего бояться? Чё, простых граждан трогать в любом случае не будет. А вдруг заложники возьмет? Да. Есть паника у жителей? Да нету паники. Какой паника? Ну, по городу ходит. По городу ходит вооруженный человек. Почему по городу? Чего его взял? Ну а как? Вот, ну а где? Никто же не знает, правильно? Ну правильно, вот именно что никто не знает. Потому что он с полигона же сбежал, правильно? С город ему по-любому не вариант идти, потому что его цепили. Как бы цепление идет, работает полиция, военные работают. Я считаю, что мы в безопасности. Просто мы видим по городу, говорят, необычно мало машин, и все-таки люди по домам сидят. Так и время видели, конечно, по домам будет народ сидеть, уже утро почти. Правильно, и завтра выходной день, в принципе, как бы. Все правильно, кафе позакрывали, как бы, что чрезвычайное положение. Все ночные клубы закрыты. Все правильно. Все смс-рассылка была. Все видят лицо, кто, что нельзя подбирать его, ни в коем случае останавливаться. И как бы проверяют все машины, в принципе, все проверно делают.